Доброго времени суток с Огайо, окрестности Сандуски, город называется. Замечательное утро, прекрасный день, среда. По местному времени 7:25 и 24 по Цельсию. С исправником жизни, друзья. Красиво на воде сделали. Плохо, что не видно. Написано: благослови Бог Америку. Это, конечно, круто. Ничего не скажешь. Круто, круто. Очень круто. Я считаю, что благословение Господне. Конечно, эта страна, она молится, молятся они за свою страну, переживают всегда американцы. Наверное, каждый. In 600 feet, turn left onto Ohio 269 South, South Washington Street. Кто где живет, должен молиться о своей стране, чтобы Бог благословлял правителей, землю, на которой живем, да? Take the next left onto Ohio 269 South, South Washington Street. South Washington Street. Continue on Ohio 269 South for 4 miles. Continue on South Washington Street. Огайо уже признаки осени, но здесь севернее, да? Листья уже желтеют. Август здесь уже начинает показывать признаки наступления осени. Я вчера на рестерии, там, ну, на зоне отдыха остановилась на ночь. Даже встретила русского человека, убирает он вечером там. Дядя Толя такой. Я говорю, как его звать? Меня зовут дядя Толя. Ну, он такой пожилой же человек. Поговорил со мной. Приятный дяденька такой. Даже, говорит, в Огайо очень много живет русских, украинцев, говорит, очень много всяких, говорит, национальностей европейских. Он сам с Кливленд. Кливленд, Огайо. Плохо, что камера по бокам не захватывает быт людей. Видно. Немножечко захвачивает. Я сегодня очень рано встала, где-то в 4 утра. Покормила свою собаченцию. Сама завтрак покушала, кофе сделала и выехала. Поэтому голова такая какая-то мутная, еще не проснувшаяся. Приехала на разгрузку, а там еще такой заезд. Ой, намучилась, пока заехала. Этой махиной иногда тяжело где-то заехать в двери. Но ничего, сделали. Еще когда темно, не видно хорошо. Мне диспетчер уже нашел груз, еду на Мичиган, сейчас поеду заберу. Какая-то фермерская еда для животных. Заберу и завезу сегодня, даже надо 5 вечера, до 5 вечера завести туда. Как-то так. Двигаюсь уже в сторону дома.
таким пейзажным местам можно ехать и без музыки. Село красивое. Деревенское. Пейзажная местность. Кукурузка. Зелененькая, красивая. Поля засеяны. Валентина Черкашина вчера написала, что уже в комментарии, если вы читали, Валентина Черкашина. Я вас поздравляю с выкопанием вашей картошки. Вы знаете, я что-то вспомнила детство. У меня картошка напомнила мое детство. Ох, как я ее не любила рыть, эту картошку. Это, конечно, не передать словами. Когда ее уже заканчивали, я была очень счастлива. Картошка, это, конечно, напрягала всех. У нас еще мама была, она всегда говорила: in a quarter mile, turn right onto Portland Road. Что? Надо заканчивать все в тот же день. Не знаю почему-то. Поэтому мы ее рыли, пока не выроем всю за день, за два там. Take the next right onto Portland Road. Все садили на огородах раньше, в советское время в магазинах мало что было. И оно и практически, если покупать, у нас семья была большая, то, наверное, было дорого родителям. Они все делали дома, садили дома. Мама закрутки какие-то делала. Все это как-то лето-зиму кормило. Все были впряжены в работу. Все были заняты. У каждого было свое дело. Свои задания на день. Поэтому, Валентина, я рада за вас, что вы выкопали картошку. Я еще хочу поздравить с прошедшим Евгению. Женечка, с прошедшим тебя днем рождения. Счастья, здоровья. Всего самого наилучшего. Я об этом узнал на канале «Быть добру», о том, что у тебя был день рождения. Я так не знаю, меня же... Мы в соцсетях нигде не друзья, поэтому я обычно знаю, если у кого-то день рождения, это с одноклассников, там, с ВКонтакта, с Фейсбука. Поэтому с прошедшим всего самого наилучшего. Ну, а главное – здоровье, да побольше. Это, конечно, человеку очень нужно, каждому из нас. Ладно, друзья, немножко вам Огайо показала. У вас, конечно, день уже идет на закат, у меня только начинается. Всего вам хорошего, до новых встреч в Ютубе. Peter Zane.